Всем привет, с вами Гаврил, и это канал Омской Доты. Сегодня я хотел бы показать вам сет на дисраптора, его название Rider of the Storm. И давайте рассмотрим модель нашего дисраптора. Вот так выглядит наш молниеносный магический воин, наездник. И что хотел бы сказать по поводу данного комплекта. Это очень старый, самый первый и единственный на данный момент сет на дисраптора. Если я не ошибаюсь, ему уже как бы больше года. И, ну, собственно, вот так он у нас выглядит. Довольно симпатичная модель. Мне особенно нравится вот этот, я не знаю, как его назвать. В общем, это животное мне нравится. Ну и также у нас немного изменен сам дисраптор. У нас изменен молоток, вот здесь брассирок, плечика и щит за спиной. Так, дальше. Что касаемо вещей, данный сет состоит из 6 вещей. Одной легендарной части, двух рарок, двух анкомонок и одной комонки. Ну и давайте посмотрим, как выглядят дисрапторы в игре. Вот такие дисрапторы. Сразу бросается в глаза вот это пернатое существо. Если в стандартном скине у нас и это еще более какая-то рептилия, то вот здесь у нас, как вы видите, птица. Потому что у нее здесь, ну, перья это вроде. А вот что касаемо остального вида дисраптора, на мой взгляд, изменения незначительные. Ну, как бы, если сильно приглядываться, придираться, то вы обратите внимание, что у нас разные молотки. Здесь плечо гораздо больше. Вот этот брейсер, он различен, но вы ничего не увидите в массовых боях. Никакого различия. Ну и давайте сзади посмотрим. У нас изменяются здесь щиты. Вот в сете появляется щит, а в стандартном скине щита никакого нет. Как бы какие-то кинжалы, вот эти его проводники, между которыми течет ток. Ну давайте с разных ракурсов еще посмотрим на дисрапторов, например, вот так. Ну вот, на мой взгляд, если очень свысока смотреть, то различно, ну вот животное, оно как бы большую часть дисраптора занимает, и ну я вот в экшене как бы ничего больше не различаю. С другой стороны, дисрапторы выглядят вот так. Ну, для старой модели очень неплохой скин, скажу я вам. Как бы, несмотря на то, что скин старый, он довольно хорош. И автору респект передаем. Давайте рассмотрим модели иконок наших дисрапторов. Вот с этого иконка. У нас здесь наглазник какой-то, я не знаю, как этот приборчик его назвать, заплетенные бородки, и здесь как будто у нас молния такая тут, и стандартный скин, более мягкая борода, вот эти косички идут из-за головы сзади, ну нет никакого наглазника у него. В общем, у нас вот такие изменения. А на этом все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.